протяг моего посыла относно проведения выборов без перешкодов для как национальных назиральников, так и международных, моя коллега с организации в Грузии звернулась до Лидзи Михайловны с таким зворотом, то есть, что был не так давно накированный лист на имя Центральной выборчей комиссии от секретариата НМО, такая организация международная НДВА, я бы сказал, якая объединяет 22 организации из 17 стран света, но не света, а Восточной Центральной Европы. European Network Election Monitoring Organization, НМО. Вся время этой организации является и Весна, и Белорусский Хельсинский комитет, и НМО осуществляла назирание за выборами в шматких местах и в шматких странах региона, и Восточной Центральной Европы, и у Косово, и в Украине, и в Казахстане, и в Кыргызстане, и еще шмат-шмат таких краинах, мая великий досвид назирания за выборами. Так вот, она, это секретариат НМО, накировал лист с просьбой запросить НМО назирать за выборами у Беларуси. И моя коллега с Грузии, она сказала, что они чекают на становчий отказ, и были бы очень рады, как их запросили так само провести мониторинг выборов у Беларуси.